Здравствуйте, рад всех приветствовать. Что делать, если у нас появилась боль в этом месте, бедро? На велосипед садимся или просто где-то поднимаемся и вдруг почувствовали, что и болит. Болит немножко, казалось бы. Но просто так ничего не болит. Если оно немножко болит, значит оно будет болеть еще сильнее. Надо что-то предпринимать сразу же. Или мы прогулялись, прошли, и раз, болит. Это место, вот это. Бедро, вот эта косточка, непонятно почему, вдруг началась боль какая-то. Сильная, не сильная. И вот сейчас мы сделаем такие упражнения, которые будут помогать вылечить. Не снять синдром, а надо лечить. Приходим, садимся вот так. И делаем, стучим вот так. Немножко здесь больно, как раз появилось у нас течение энергии. Так, постучали. Встали. Встали, подтянули здесь. И потоптались вот так. Почувствовали вот это. Раз, раз. Не так таз, не так. А именно чувствуете вытяжение такое. Раз. Вот такое. Хорошо перетаптывайтесь. Смело. Можно вот так перетаптываться. Видите, можно вытягивать. Но вот так. Главная наша задача вот прочувствовать вот эти места хорошо. Потом вот так. Видите? Поднимаем ножку и стучим. Чуть-чуть качнулись, чуть-чуть. Если больные колени, вообще можно не качаться. Но чуть-чуть вот так поделали. Чуть-чуть. И теперь встали, уперлись ручками и встали вот так, аккуратненько. И вот здесь вот так согнулись, вытянули сюда бедро, сюда, сюда. Именно, прочувствуйте именно, как бедро у вас движется вот так. Ближе, дальше. Это не растяжка у нас, а именно мы двигаем тазом вот так. Потянули, 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 повернули чуть-чуть, и так поделали. И вот так аккуратненько, аккуратненько встали. Подвигали. А теперь смотрите, важное очень упражнение. Это на пятках. Помните, когда говорят на пятках ходить? Вот так. Но мы не будем ходить на пятках, мы будем топтаться на месте на пятке. И смотрите, если вы идете на пятки, получается вы на краю самом, вот так. А мы будем стремиться к тому, чтобы быть в середине пятки. Именно в середине, в кость, вот так. Поэтому мы сильно стопу не поднимаем, не поднимаем. Она прикасается к земле, просто на нее нет упора. И мы вот так вот стоим и перетаптываемся. Подтягиваемся. Пальцы прикасаются, но упор у нас только на середину пятки. Только на середину пятки. Лично я когда так первый раз делал, помню, а я всегда ходил на пятках вот так, иду себе гуляю. Так хожу. Вот так хожу, понимаете, да? А когда я вот именно вот так сделал, когда я не подымал почти ступню, а именно на середину пятки, то здесь у меня такая крепатура началась.
Просто очень сильно, что меня очень удивило. Это совсем другое напряжение, когда мы находимся в одной, в кость как бы стоим. Поняли, да? И вот так перетаптываемся. Так. Сильно не поднимайтесь. Так. Главное у нас середина пятки, чувствуйте ее. Здесь мягко у меня, конечно. Вот, надеюсь, у вас твердый пол деревянный. И вы чувствуете лучше, чем я. Не так мягко, как мне. И вот так поперетаптывались. И вот это топтание вы можете делать сколько угодно в течение дня все время. Чтобы вот это место у вас укрепилось. Это как-то, когда мы стоим на одной ноге, то же самое происходит. Когда мы там крутимся как-то, то же самое. Вот здесь вот укрепляется это место. И вот так мы поделали. И теперь расслабились. И сделаем упражнение уже на коврике, лежа. Где у меня коврик тут был? Садимся. Я не знаю, чтобы было хорошо видно эту сторону сидеть или так. Наверное, так вам будет лучше видно. Так, африканец, отходи, не мешай, людям не видать. Вот так мы сидим. Это я уже показывал. И это не качание пресса. Это у нас работает вот это все. И вот так вот крутимся. Мы единый человек, целый. У нас нет отдельного там бедра или отдельного копчика. Мы целая такая, целый кокон такой. И вот так вы поделаете столько, как вам удобно. Сколько вы, чтобы могли себя хорошо чувствовать, не до усталости. Мы не качаемся, это делается не до усталости, а именно вот так. Хотите носки на себя, хотите от себя, по-разному пробуйте. Главное, чувствуйте натяжение. Поделали так. Теперь легли. Ручки вот так. Может, кто-то вот так, кому-то больно, я не знаю. Я вот так всегда держу. Вот это копчик посередине у нас остается. Положили так и машем. Машем достаточно долго. Допустим, сейчас мы сделаем, вот начинаем считать 60 раз. Не закрепощайтесь, спокойно себя машите, дышите ровненько. Я, конечно, не считаю. Чувствуете, вот эти мягкие места у нас массажируются здесь, мышцы. Посматривайте на свою ножку, чтобы она, может, криво летит как-то, не так, не нравится вам. Вытянулись. Вытащили ручки. Расслабились. И теперь мы вот так берем ножку. И спокойно вот так вот крутим. В эту сторону и в эту. Старайтесь только, чтобы спинка была прижата.
сделали несколько раз в одну сторону, в другую, на другую ножку. Потому что сейчас еще есть у вас усталость от того, что вы махали, но зато разогрели хорошо. Вытянули здесь и опять вот так. И теперь вот такая важная штука. Мы берем эту ножку вот так. Сгибаем его сюда чуть-чуть и как бы тянем к себе руками, чуть-чуть. А ногой мы сопротивляемся, давим на руку вот сюда. Поняли, да? И мы вот так раз подтянули, ну сколько-то, не до конца, чуть-чуть. Как бы груди сюда. И вдохнули и надавили на ногу, ногой на руку. И расслабили. Допустим, до 10 посчитали. И расслабили. И чуть-чуть еще потянули. Вот так. Чуть-чуть. Чувствуете вот это вот место раскрытия. Чуть-чуть вот так придавили. И опять сопротивление ногой туда. Руки толкаем. Вдохнули и... Выдохнули. И расслабились, и еще чуть-чуть подтянули. Поняли, да? Тянем в этом вот направлении. Вот это открыто у нас. Ножку вот так держим, спокойно. И когда мы давим на ней, именно вот этой ступней мы давим. Ступню. Вот это как бы, оно само будет участвовать. Ступней вот так и давим. И давайте третий раз. Вот так мы придавили еще чуть-чуть. И вдохнули и надавили. А теперь мы так взяли, подняли ножку, расслабились и потянули сюда, допустим. Чуть-чуть, просто так, чуть-чуть, чтобы не было больно, ни в коем случае. Подержали, выпрямили вот так, положили. И то же самое с этой ножкой другой. Также мы ее берем, чтобы она не... Вот это открывается вот так. И мы сюда, в середину, вот так ее, как бы, раз... Придавили чуть-чуть и вдохнули и ногой давим вот сюда. И расслабились. И если у вас была какая-то боль в каком-то месте, вы можете почувствовать ее, что какая-то мышца начала работать. И поэтому делайте это очень аккуратно и медленно. Еще чуть-чуть подтянули и вдохнули и надавили. Расслабились, выдохнули. И еще чуть-чуть придавили, вот так. Вдохнули и надавили. Ножкой, ножкой даем. И теперь расслабились, подняли эту ножку, просто полежали вот так. И теперь уже мы вот так вот более так, спокойно, раз. И в другую сторону. И машите сколько хотите. Вот такие упражнения делать очень аккуратно и спокойно, аккуратно с вашими возможностями. У всех разные возможности, у кого-то болит, у кого-то вообще не болит, кто-то сильно растянут, это не имеет значения. Чем вам сложнее, тем лучше для вас, тем больше принесет для вас пользы, если вы прилагаете какое-то усилие, особенно эмоциональное такое усилие, оно приносит пользу. Я это делаю все время. Периодически. У меня много занятий, и какие-то упражнения я обязательно делаю. Выбирайте вы себе что-то, выбирайте и включайте в свои занятия обязательно. Будьте здоровы, занимайтесь.